В новом здании областного дворца бракосочетания в Твери завершается ремонт фасада. Как известно, этот объект включен в адресную программу капитального ремонта до 2021 года. Поэтому сроки выполнения работ строго контролируются. На данный момент подготовка под чистовую отделку сделана уже более чем на 90%. Установлена система отопления, проведена замена оконных блоков, кровли, инженерных коммуникаций. Также ведется работа по выравниванию стен, стяжке пола, монтажу новых декоративных элементов и лепнины. Стоит отметить, что помимо ремонта самого здания на свободном переулке будет приведена в порядок прилегающая территория, отремонтированные тротуары и гранитная отмостка, благоустроена сама площадка.